Я говорю, знаю куда. Я говорю, тут потайные места, знаешь. Он нашел подход в моей гитарке. Долбала, надо же не расстроилась. Так она играла хорошо. Стихи Игоря Харифа. Ну, раз Сережа затронул такую тему, мы должны ее подхватить, правда же? Баллада, молитва 10-го. Римский полководец Крас после поражения от Спартака велел обезглавить каждого 10-го воина своего войска. Счет начался, оставаться спокойным не в мочь. Силы и нервы слишком слабы, чтобы страх в этот миг превозмочь. Слышатся первый, слышу второй, окончание странствий земных трудно постигнуть. Может, я и умнее, и выше других. Мне ли погибнуть? Я замираю, я с места сойти не могу. Мужество, где ты? Родина, враг и товарищ подобен врагу. Слышатся третий, да и соратник, с которым сражался вчера. В тесной когорте тот, с кем делили последний кусок у костра. Слышу четвертый, а полководец мольбам своих воинов глух. Мы лишь солдаты, лучше бы я потерял рассудок и слух. Слышатся пятый, лучше бы я потерял и рассудок, и слух. Слышатся пятый. Ближе и ближе подходит немыслимый счет. Смерть приближая, вот и шестой безмятежно пропустит черед. Жить продолжая, ножа чужая легка, слышу крики седьмой. Время приспело, может быть, кто-то в строю поменялся б со мной. Что им задело? Ну, а я сам поменялся б из мыслей благих, жизнь отдавая. Слышу восьмой, как же смею судить о других, стыд забывая. Я уже мертвый, сердце не бьется в груди, скорбы объятый, словно прирос, словно с места не в силах сойти. Слышу тебя. Слышу десятый, в строю возникает пробел. Кто-то смеется. Выхода нет, поневоле становишься смел, что остается. Я не десятый, я вижу небес синеву, больно от света. Боги, скажите теперь.